Кабинет министров республики на внеочередном заседании одобрил проект закона, согласно которому величина прожиточного минимума останется прежней. Против уменьшения этой суммы высказался в РИО главы республики Олег Николаев на прошлой неделе. В четвертом квартале величина прожиточного минимума для трудоспособного населения составила 9534 рубля. Она рассчитывается ежеквартально на основании данных территориального органа государственной статистики. В зависимости от потребительских цен на продукты питания, непродовольственные товары, расходы по обязательным платежам. Прожиточный минимум влияет на социальные выплаты, которые рассчитываются в зависимости от его величины. Соответственно, если она остается неизменной, сохраняются и пособия, и компенсации. На основании этого закона могли реализовать решение Кабинета министров в интересах граждан, которые, в принципе, называют социально незащищенными. Но в любом случае это те люди, которые должны находиться в зоне особого нашего внимания. И поэтому важно это решение зафиксировать и ускоренно принять. Исполняющий обязанности министра труда и социальной защиты Чувашии Алена Елизарова отметила, что предложенные изменения позволят сохранить объем социальной поддержки. А сегодня ее получают более 107 тысяч малообеспеченных жителей республики. Дополнительных средств из регионального бюджета на это не потребуется. Одобренные законопроекты внесут на рассмотрение в Государственный совет Чувашии.